Всем привет, с вами Светлана, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю поговорить о летних платьях. Платье – это самый востребованный элемент одежды в летнем сезоне, занимающий почетное место в гардеробе каждой модницы. Модные бренды каждый год представляют нам поистине шикарный выбор платьев на любой вкус, с которыми можно создавать жарким летом не только стильные, но и поистине комфортные образы. В этом теплом сезоне актуальны различные фасоны, декоры, оттенки и красивейшие рисунки разной тематики. Предлагаю вам вдохновиться подборкой красивых модных платьев этого лета. Платья с цветочными рисунками этим летом находятся в самом центре внимания. Дизайнеры в большом обилии представили в летних коллекциях модели, украшенные россыпью мелких полевых мотивов, но не менее актуальны и образы с крупными бутонами, а также с цветочной вышивкой. Так что можно смело наполнять гардероб различными флористическими орнаментами и не бояться прогадать. Цветочный принт этим летом актуален как никогда. Помимо цветочного принта, не теряющего популярности от сезона к сезону, этим летом к нам вернулся культ нулевых – платье ультрамини. Это длина писк моды того времени, и ей вновь удалось покорить сердца модниц. Самые популярные модели мини – это прямые фасоны, платья с завышенной талией или с широким корсетным поясом. Тренд на ультрамини прекрасно будет смотреться как в городских и пляжных образах, так и непременно найдет свое место на шумных летних вечеринках. Вырезы на спине – элемент декора, без которого едва обходится вечерний гардероб в жаркую пору. Но этим летом дизайнеры решили отойти от привычной открытой спины и оголили самые разнообразные части женского тела. Модницам предлагают приобрести платья с вырезами и разрезами различных форм, как на спине, так и на талии, и даже по бокам на животе. Не стоит опасаться, что такое платье будет выглядеть вульгарно. Напротив, это придаст образу аристократичности. Техника вязания кроше этим летом стремительно ворвалась на подиумы. И сегодня небывалую популярность обрели тонкие трикотажные платья, которые дизайнеры предлагают носить и летом. Эстетика 70-х вскружила голову модным кутюрье и нашла отражение в богемных образах. Бахрома, ажурное плетение, напоминающее вязание крючком, и тонкий трикотаж – все это непременно поможет создать летний образ, который станет символом отличного вкуса. Что может подчеркнуть красивый загар лучше, чем белое кружевное платье? Объемный рукав на одежде не сдает своих позиций в списке трендов и переходит из сезона в сезон. Изящные фонарики, нарядные буфы, рукава епископа помогают создавать невероятно стильные и легкие летние образы. Хит сезона – платья прямого кроя и модели А-силуэта, украшенные пышными рукавами-фонариками. Секрет женственного образа – акцент на талии. В этом сезоне дизайнеры пошли нестандартным путем и представили платье с драпировками и узлами. На первый взгляд может показаться, что наличие таких элементов декора в области живота просто перечеркнет талию и придаст наряду мешковатости. Однако при правильном расположении лент полученные складки создадут эффект стройности, поскольку расходящиеся линии визуально будут сужать фигуру. Многообразие вырезов на одежде, как я уже говорила ранее, хит этого сезона. Модницы, желающие подчеркнуть декольте, могут смело выбирать платье с глубоким V-образным вырезом, которые в этом сезоне не только актуальны, но к тому же имеют невероятно женственный вид и смотрятся абсолютно не вульгарно. А самым хитом летнего сезона стали модели с V-образным вырезом и мелкими пуговицами спереди. Плюс глубокого декольте на платье в том, что он выгодно стройнит и визуально вытягивает фигуру. Еще один модный вырез декольте на платьях, который способен сделать стильный акцент на изящных ключицах, это вырез каре. Квадратная форма выреза смотрится необычно и, несомненно, притянет массу восхищенных взглядов. И при всем этом может являться частью делового дресс-кода.
Женственные ажурные платья, выполненные из хлопка, еще один прекрасный вариант для жаркого лета. Несмотря на то, что выглядят такие модели очень романтично, они прекрасно будут смотреться не только с босоножками и сандалями, но также в тандеме с кроссовками и объемными джинсовыми куртками на контрасте. Уже не первый год лето не обходится без платьев с открытыми плечами, и наступивший жаркий сезон не стал исключением. Этим летом на таких платьях актуальны рюшевые воланы, асимметрия и другие приятно дополняющие друг друга тренды. Длина может быть абсолютно любой, от откровенного мини до целомудренной макси длины. Платья, украшенные рюшами и воланами, уже давно стали трендом летней моды. Актуальны платья в стиле кантри с оборками по всей длине, фасоны с запахом и воланами, идущими по краю, а также стильно смотрятся платья, украшенные рюшами вокруг воротника и рукавов. В таких моделях приветствуются яркие цвета и пестрые рисунки. Платья с оборками прекрасно будут смотреться не только в праздничных, но также и в повседневных образах. Платья в стиле боха, которые так полюбились модницам по всему миру, снова вернулись в моду. Актуальны платья как мини, так и макси длины, однотонные или с этническими рисунками. Особенно стильно смотрятся светлые платья из легких натуральных тканей и кружева. А в тандеме с модными сандалиями и аксессуарами образ с таким платьем будет выглядеть более современным и молодежным. Платья простого лаконичного кроя по-прежнему остаются в моде. Платья-рубашки, прямые фасоны в стиле 90-х, летящие модели А-силуэта и льняные платья в пол никогда не потеряют своей актуальности и станут отличной базой в летнем гардеробе. Такие модели прекрасно сочетаются с любой летней обувью, а разнообразить образ таким платьем помогут аксессуары. Например, ремешок на талии, модные украшения и сумочка. Этим летом особый фокус направлен на платья с тонкими бретелями и лямочками. Такие модели, безусловно, стали одним из самых горячих трендов наступившего лета. Платья на тонких бретелях – выбор девушек, желающих подчеркнуть свою женственность. Они смотрятся очень изящно и делают акцент на хрупкости женской фигуры, придавая ей утонченность. Такое платье стильно будет смотреться, если сочетать его с жакетом в мужском стиле или блейзером. На этом все. Спасибо всем, кто оставался со мной и досмотрел это видео до конца. Если вы еще не подписаны на мой канал, буду очень рада, если вы подпишетесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем пока-пока, до новых встреч!